Первое посещение Бахтаярова Геннадия Ивановича в виде подписки о невыгоде надлежащем поведении изменений на заключение под стражу Бахтаярова Геннадия Ивановича взять под стражу в зале суда. Срок наказания Бахтаярова Геннадия Ивановича исчисляется с момента его фактического заключения под стражу. Признать Вебер Надежду Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ей наказание по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления. Признать офицерова Сергея Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. Признать офицера Сергея Валентиновича виновным невиновным и оправдать в совершении преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, 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 части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в его действиях состава преступления. Большков, приговор вам понятен? Да. Порядок обжалования приговора понятен? Да. Офицеров, вам приговор понятен? Понятен. Порядок обжалования понятен? Да. Вебер, приговор понятен? Да. Порядок обжалования понятен? Да. Воронков, вам понятен приговор? Нет. Порядок обжалования приговора понятен? Понятен. Бухтаяров, приговор вам понятен? Понятен. Порядок обжалования приговора понятен? Понятен. Воронков, Бухтаяров, офицеров? Нет, нет. Да. Прокуратура Тульской области согласна с приговором Донского городского суда, которым должностные лица администрации Донского и должностные лица ГУКС Толублукс были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, и которым назначено реальное наказание в виде лишения свободы, взяты под стражу в зале суда. Вопрос о целесообразности принесения апелляционного представления будет решен после изучения копии приговора судебного непосредственно после его получения.